Ну, ребятки, сейчас покажу вам, как сделать убогейшую камеру Baldur's Gate 3 в нормальную камеру. Убогая почему? Потому что разработчики по каким-то непонятным вообще им только ведомым причинам сделали так, что камеру нельзя вращать вверх-вниз. Ну, то есть, видите, сжимая среднюю кнопку мышки, у меня только беру такое вращение, можно, конечно, колесиком вот так вот подвигать, можно приблизить, подвинуть, но вот смотреть вверх вы ни хера не можете. Ну, чтобы это пофиксить, есть вот такая охрененная утилитка BG3K. Выпускаем ее, даже с дефолтными настройками. Херак, смотрите, сейчас будет чудо. Мы видим солнышко. Лучики света, кстати, охрененно красивые. Представляете, чего нас лишают разработчики? Вот они просто там сидят, что-то курят и не хотят, чтобы мы смотрели вот на эти вот все чудеса. Эти вот лучики света, которые несутся там откуда-то из солнышка. Вот не хотят у них. Не знаю почему. Наверное, лень было вот эти оптимизации вот докручивать, которые мы сейчас видим. Эти факты появляются. Ну, чисто технический момент. Кстати, утилита пока находится в статусе альфа. То есть разработчики пыхтят. Пока еще это не релизный какой-то кандидат. Просто пока альфа, чтобы знакомиться с плодами их них уже успех. И они, так скажем, уже вполне адекватные. То есть вот уже вот за то, что можно глядеть вверх, уже можно им ставить жирный плюс. Такого разработчики нам не давали. А помимо этого, есть также возможность менять плов. Покажу. Станем где-нибудь. Здесь вот. Вот тут вот. Так, чтобы на стеночке по краям были. Сейчас будем увеличивать фул. Смотрите. Понятно, что картинка начинает уменьшаться, но это не просто изменение зума, это вот именно field of view изменяется. Видите, как она? Становится более такая закругленная картинка. Максимум, по-моему, там 150 было, но вообще как-то терпимо. Для того, чтобы посмотреть. Все, что вышло, там уже полная каша. Смотрите, сейчас приближу, чтобы убедиться в том, что это сильно фов, а не просто зум камеры. Видите? Конечно, круто, но так играть невозможно. Поэтому где-нибудь вот 75-80. В моем случае это, наверное, самый оптимум. Так. То есть это мы посмотрели, что еще тут можно делать. Так, ну есть еще всякие другие параметры. Кстати, утилита от версии к версии дополняется параметрами. Раньше их было меньше, раньше было всего два. Макс зум и минус зум. То есть вот этот макс-минус позволяет приблизить, либо удалить камеру. Ну, соответственно, макс позволяет дальше отодвинуть, а минус приблизить ближе. Смотрите, сейчас вот 24.01. Это, соответственно, максимальное приближение, которое я могу сделать против общем поле. Ну, в принципе, все нормально видно. Видите, можно вниз посмотреть. Можно еще ниже посмотреть при желании. А можно также камеру отодвинуть. Как это выглядит. Сейчас. Это максимум, насколько я могу отодвинуть ее при текущих параметрах. Давайте попробуем их задрать. Сразу на соточку. Я могу еще дальше двигать. Могу вообще весь мир этот смотреть, так как мне хочется. И ограничения, кроме вот дерганной камеры, но повторюсь, пока версия утилита альфа, требовать от нее прям идеально работать сложно. Может быть, какие-нибудь разработчики сами, насмотревшись на эту утилиту, что-нибудь подобное замутят, пока, к сожалению, вот вынужден пользоваться сторонним софтом. Также есть какая-то камера Distance, также есть некий Combat камера Zoom. Кстати, можно попробовать сделать, перейти в режим боя, посмотреть, как там все работает. Сейчас мы так и сделаем. Сейчас вот у нас порция гоблинов. Конечно, здесь. Тут потом мне не возвращаться заново. Вот, гоблины. Красавцы сидят. Так. Вот у нас, соответственно, смотрите,
от камеры переключилась, вы видите, какой вид шикарный. Так, конечно, воевать сложно. Давайте попробуем еще раз. Клавиша О. Стандартная клавиша перехода в режим боя. Сейчас доступна максимальная высота. Пока что в утилите не задействовал. И это минимальная высота. Давайте попробуем посмотреть, как будет на что влиять. Сейчас я даже не пробую. Так, это не работает. Придется утилиту еще раз запустить. Так, попробуем еще раз. Повторюсь, утилиту в статусе альфа. Нет, эта кнопочка не работает. Попробуем без нее. Так, у нас Tactical Max Zoom. Давайте попробуем 200. Изменится. Здесь поставим единичку. Видите? Камера пошла выше. То есть теперь в Tactical Zoom можно вообще улететь в облака. Ну и, соответственно, приблизиться наоборот. Вижу. Прямо в рожу посмотреть, вроде все. Или в затылок, я не знаю. Пусть эти опции работают. Также есть опции, которые меняют скорость вращения, видимо, всевозможных, потому что камера здесь сложная. Когда мы ее меняем, то скорость, соответственно, вот эти дергания, которые у меня наблюдаются, возможно, они как раз и пофиксятся, если там задавать нужные параметры, но хочу этим заморачиваться. Ссылочку на утилиту на гитхабе в описании к видео. Берите, пользуйтесь, сами изучайте. Там довольно часто выходят новые версии. Да, еще, когда выходят новые патчи под Baldur's Gate 3, иногда нужно прям зайти, проверить GitHub, не обновилась ли утилита. Потому что иногда бывает так, что под новые патчи она не работает. Вот такие пироги. Смотрите там, подайте обновление. Всем желаю успехов. Играйте, получайте удовольствие. Пока.